Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня мы продолжаем We Happy Few. Ну что ж, попугались немножко в кейс Animatronics. Если вы еще не смотрели, посмотрите, это безумная, очень крутая игра, и там очень страшно. А мы сейчас средь ночи выбираемся из нашего убежища, и мы очень хотим пить, и нам нужно добраться до воды. А, багов сегодня у нас нету. Тихо-тихо, не шуми. Багов у нас сегодня нету. Снорринг. А кто храпит? Короче, они там все храпят. Так, мент идет. Мы сейчас все будем это обходить дело. Мы сейчас все аккуратненько будем обходить, смотреть. Так, нам бы вот туда вот. Так. Ой, блин, да ладно, а баг-то есть. Да вы чё, вы издеваетесь, блин, даже перезапуск игры не помог. Ну охренеть, все что ли, это похерено, это прохождение? Ой, ну как бы копы вроде есть, и по идее это не влияет на... не влияет на то, что что-то где-то не отображается. Хотя фиг его знает, ну вот здесь вроде... А, ну дороги, да, они и так отобра... Ты чё, блин, светишь мне в лицо-то? Иди нафиг. Устроил. Да не свети ты на меня, блин, слышь. Не пали контору-то. Я тут хожу. От копов это шныряю, а ты меня в лицо прям светишь. Долбанный телевизор. Так, идем по какому-то переулку сраному. Ну, он такой довольно чистенький, приятненький здесь. О, и мы в тупик. Так, ты меня сейчас светить будешь? Ну, а, конечно, давай. Ой, интересно, сюда можно? Опа. Ага. За стены города. Да не свети ты на меня, достал. Так, нам надо срочно попить. Не шуми, блин, люди спят. Устроил здесь, нам надо срочно найти воды. У вас тут воды, что ли, нет? Я не понял. В вашем этом... Чуть-чуть-чуть-чуть, подожди. Я нормальный. Так, стеклянная бутылка. Ну, как-то да. Слушайте, с водой здесь прям совсем печаль, беда. Здесь ее нет. Так, ты... Угу. Так, лопата. Лопата, это нам, по идее, надо взломать, да? А, нужен ключ, класс. И там можно копать, да? Victory Garden. А, сад Победы. Так, копы, не палите меня. Не палите меня. И где мы? Так, ну, по идее, мы вот туда. Вот туда вот сходим. Блин. А мы не набрали, да? Ну-ка, где? Мангер. А, фильтрованная вода, все нормально, у нас есть запасы, мы набирали, все хорошо. Все, воды нам не надо, но все равно мы тут поизучаем местность, что у нас тут есть, это у нас край. Все, мы дошли до края, мы вышли из города. Вышли из города, да, обследуем местность. Так. Никакой пощады никому, ну, как я понял, там написано. Блин, ну этот баг мне совсем не нравится, и сначала проходить мне как-то это не хочется. Вы чё? Сначала-то проходить. Ёлки-палки. Ну давайте попробуем пройти как есть сейчас. Посмотрим, что из этого получится. У нас там задача какая стоит? Короче, задача у нас следующая. Так, сбежать. Пройти через Apple Home, да? Последняя запись у нас в 4 p.m. Так. Well, good old quaint. Did he help me with the chest? Так, я провел детство, мечтая сбежать из тебя. Никогда не думал, я буду так счастлив увидеть тебя вновь. Так. Блин, ну это у нас зависший тоже квест, потому что трубу мы там нашли, и мы все сделали. Activate security override. Так, это из панкерсы. Ну да, тут ничего у нас не написано. Electro doesn't save. Ой-ой-ой, плохо все, непонятно, что делать, как нам, где нам найти ключ безопасности, ну, то есть, точнее, код, который надо ввести, чтобы отключить эту безумную фигачущую ячейку, которая нас прожаривает там просто нереально. Так, светает, хорошо, сейчас народ вывалит на улице. It's fucking stuck! Здравствуй. Talk to James. Это, видимо, ты, да? Слышь? Да подожди.
leave us alone. Да подожди. She's going to fucking kill us if we keep fucking up. Ой. Don't worry, Roger. I'm going to fix it because that's what I do, apparently. Да ну подожди, у тебя тут кустики есть, я с них пособираю. Что там, долбануло? А, там чувак типа беснуется что-то. Фарадей, воркшоп кей. Так, ну-ка. Найти Валф. А, это эту. А, короче, эти. Блин, как его там? Не Крайник. Этот, блин. Короче, крутилку. А, хрен его знает, где я тебе ее найду-то, ёпта. Ты чё? Я вообще не представляю, где искать. Здорово. Здорово. Да-да-да, привет. Так, Голд нас уже потихоньку тут. Закрыто все. Че, вы телек смотрите? Здорово. Здорово. Ну, хорошо, что у тебя все хорошо. У меня тоже все хорошо, пока. Вроде как. Так, таблеточка Джо, если что, примем. Здорово. Блин, все закрыто. Че вы все машины-то позакрывали? Одежда. Так, во, давай. Да. Держи цветочек. Держи цветочек, больше глаза. Давай, пойдем с тобой. Вот так вот. Здравствуй. Ух ты, да тут сигналка. Уходи. Нифига себе, у них какие современные дома-то, вы посмотрите, а? Так. Так, отключаем ловушку. Опа. Опа, забираем. Ой. Блин, да ладно, у них из крана течет этот Джой. Вы чё? И мы обдолбались. О, она ушла. Отлично, мы 10 дней остались в ее доме. Пауэрцел, нифига мы пауэрцелов набрали, это хорошо. Опан. Ага, окно закрыто, так, шкафчик. Так. А, охрану мы пока выйдет. Ух ты. Там чувак не клеится. В смысле, я под Джоем? Ты чё, слышь, мужик, я под Джоем. Дверь закрой. Иди нахрен. Ой, тихо. О, нифига себе. Electric security. А, ну сигнализацию мы отключили, но, видимо, как-то это... Плохо она отключилась. Да подожди, стой. Тихо, нифига себе, а. Воу, вы чё, ребята, подождите, я не понял. Так, спрячемся пока в ванной. Так, тихо. Metal tube. Так, мы поджоем, у нас все хорошо. Мы можем выбраться из окна. Тихо, вот так вот, ничего не было. Ничего же не было, да, вы ничего не видели? Все нормально. О, вы смотрите, как она быстро. Они меня там ищут. Воу, тихо, погоди. Ой, какая полиция? Да подожди, я только чашечку хотел посмотреть. Да ну погоди ты, стой. Ну что вы устроили-то здесь, блин? Я ничего не хотел плохого сделать. Я под Джоем, у меня все нормально. Я обдолбанный нарик, типа вас. Здорово. Вы все прыгаете, вы все дебилы. Я тоже могу попрыгать. Вот так вот прыгаю. Эй, я тоже прыгаю, я тоже дурной. Я тоже дурачок, я прыгаю, смотрите на меня. Так. Faraday House Party. Escape. Где-то как раз за Apple Home. Так, нам надо где-то ключи доступа найти. Woody's Bridge. Так, это мы сделали. Тут у нас что? Bridge Crossing. Obtain Constable Key Card. Что это? А, это заканчивается действие наркотиков у нас. Котиков, наркотиков. Так. А что мы можем сделать? Так, нам надо вот сюда сходить еще. Ой, мы... Не, нам что-то не окей, кстати говоря. О, привет. Да все нормально. Че вы переживаете за меня? Да все хорошо. Да, что-то мне как-то не очень клево. Машинка, можно поиграть. Биби, уи, катаемся. Клево. Так, а дальше-то что? Дальше что, сидеть мы не будем, с горки мы кататься не будем. Поиграть. Не, поиграть мы тоже не хотим.
Так, что это? Даунер Бридж. О. Короче, мы взяли какой-то рецептик новый, мы лен достали. Блин. А Ви это у нас... Ага. Like your sort around here. Да подожди, не ори на меня. Чё ты устроила-то? Все хорошо, я к тебе не приставал, я тебя не трогал. Так, что там, мейлбокс? Слышь, дай мне применить. Вот так вот. Да, я сегодня применял уже несколько раз, у вас краны, блин, вы понимаете, что у вас краны все. У вас во всех кранах течет долбанный Джой. Хорошо, я ухожу, да, что ты? Да ну, собака какая, Ада, вы что, издеваетесь, что ли? Дайте мне уйти. Мейлбокс, оп. Так, собираем. Разворачиваемся, идем вот туда. Да не ори ты, блин, старушка проклятая. Полицейский, здорово. Здравствуй, мистер полицейский. Здравствуйте, мистер и миссисы. Вы все хорошо выглядите, просто замечать. В смысле, бла-бла-бла-бла. Ну, бла-бла-бла, ну поговорить, да, люблю, и чё. Здороваюсь со всеми с вами, общаюсь тут. А вы мне тут, блин, так встречаете меня. Так. Нет, нельзя все равно пройти, то есть... Здесь мы вот эту хрень вот так вот... Ой-ой-ой, нам надо, кстати, поспать. Не-не-не, стой, назад, у нас там... Да, погоди, ты сейчас сигнализация сработает дурацко. Тут негде спать, нам надо назад. Джой-детектор, блин. О, джой-детектор дурацкий. Да давай уже быстрее. Да не ори, не верещи, никто тебя не услышит, все равно все забили на тебя болт. Да, я... О, блин, все, вот. Ой, кидаться начали. Да тихо ты, тихо, подожди. Ага, это направо. Мы очень устали, мы сейчас не можем долго бежать. Давай, вот сюда. Да, убегай от полиции, чё за спешка? Полицейские у меня тут это прессуют. Так, вот сюда. Смотрим карту. Сейф хаус. Ага. Мы немножко неправильно побежали. Нам надо срочно лечь поспать. Можем, конечно, блин, забуриться в дом. Да, у меня дом горит, вы понимаете? У меня очень сильно горит дом. Точнее, у меня горит моя голова. Я хочу спать. Не, я не забывал, я примял, все нормально, я обдолбанный. Давай. Вниз. И спим. 7 часов, нифига себе, надо, чтобы отдохнуть. И нам сейчас надо похавать. Да. Яблочки. Так, троечка. F. Няма-няма. Так, яблочко, у нас запас потихоньку заканчивается. А воды, кстати, здесь так и нет. Ну ладно, одного нам это хватит. Но мы еще наполним канистры. Ничего страшного. Мы еще заполним эти канистрочки дурацкие. Так, у нас здесь ночь наступила, и мы сейчас пытаемся опять перебраться через мост, но только что мы тут будем делать, я, конечно, не понимаю. Я не понимаю, где нам этот ключ достать. По квестам что-нибудь. Мне нужна пайп. Так, нужна труба, найти сокровища. А, это миссис Стоукс надо убрать, да. Мистериус Чест, Мистериус Чест открыть. Открыть Мистериус Чест. Миссис Саквиль. Надеюсь, никто не узнает, что она даунер. Миссис Саквиль. Может быть, я должен узнать, что беспокоит ее? Давай. Лайс Лилис оф зе Филд. Где у нас этот квест Лилис оф зе Филд? А не это пайп? Так, даунер. Вот он, Лилис оф зе Филд. Хорошо, мы идем вот сюда. У нас сейчас ночь, как раз нас никто тут не побеспокоит. Все храпят. Да отвали ты, блин, светишь мне в лицо, ты достал. Так. Где-то вот здесь, вот тут вот. А, все, я понял, да, вот мы с ней говорили. Так, надо с ней поговорить. О, нифига, что ты уменьшилась-то? Слышь, ты что уменьшаешься?
Пожалуйста, не говори никому. Я обещаю перестать плакать. Я приму мою радость, я обещаю, не беспокойся, я сохраню твой секрет. Я соскучилась по ним. Я так по ним соскучилась. Я по ним тоже соскучился. Лилис? А, она про лилии. Ты выращивал лилии? Лилии? Я не поливала их с прошлого года. Убила их, но не могу найти свежие семена. Нам нужно вырастить их вместе. Фиолетовые и другие. А мой муж будет завидовать. Короче, последний сад будет. Well, you never know. Maybe some will turn up. Would you like some tea? Может быть, что-нибудь Thanks, but взрастет? Хочешь ли чая? Мне нужно идти. Poor thing. She does бедная дитя. Она соскучилась по лилиям. Friend too. Я думаю, что она тоже друг. Wait a minute. There's a lily patch in the Garden District, isn't there? On Lud's home. Every time we went past it, Percy told me the exact same thing about how a lily patch lasts for practically ever until you whip the bulbs out. Так, короче, мы можем оказать старой леди услугу, потому что мы знаем, где эти... Нахрена мне эта, блин, хрень нужна? Так, грибочек сюда. Ой, сколько у нас хлама-то. Лопата у нас уже есть, дубинка еще одна пригодится, конечно, перо. Так, вода. Ну, попьем. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, даже не знаю, что выкидывать. Лопату взяли. Хорошо. Кантин. Нам не нужна эта кантин. Так. Что там у нас за квест? Ой-ой-ой, подожди. Вот тут. Find Lily Bulb. Lilies of the Field. Так, это у нас важные точки. Я надеюсь, здесь где-то будет подсказка-то. То есть вот так вот, да? Так, ладно, пока мы пойдем вот сюда, вот найдем этот вентиль. Во, я вспомнил, как он называется, ё-моё, вентиль, вообще просто мозг отшибло. Ну, а Джоя вообще просто нифига не соображаю. Да, подожди, а чё я сделал-то не так, я бежал. Тебе бегать нельзя, что ли? Вы совсем охренели? Так, где у нас там? Ой-ой-ой-ой, а чё это там? Like something burned down. Ага. Так, подожди. Стой, мы куда-то прошли. Инспект Бобби Пропер. Так, где у нас там? Где у нас там бомбочки, если что? Вот тут. Все, ушли. Попер. Так, и мы смотрим прямо на квест с вентилем. Да? Он прям вот тут вот. Чу-чу-чу-чу-чу. Так. Значит, нам, видимо, надо дождаться дня, чтобы пробраться в этот магазинчик. Ах, закрыто. Почему взломать-то нельзя, я не понимаю. Что за фигня? Да ну ты достал, а? Вы достали, ну. Вы реально меня достали. Бегайте. Так, во-во-во, открылся. Быстро. Коп стоит. Right. Здорово. Так. Еще один квест. Бартер. 50 баксов. А у нас сколько? У нас 5. Да вы что, издеваетесь? А, не, подождите, это Pipeway. А Вальф, да. Вальф нам и нужен. А как? Че, может продать что-нибудь? А что ему продавать? Я не знаю, что ему продавать. Потому что, ну, как бы по 0. Даже по Power Cell стоит 0. Да ну вы как бы, блин, издеваетесь. Во. Metal Beats что-то стоит, но вообще копейки. Мы 50 никогда не наберем.
Может, его грабануть можно как-то? Так, ну-ка посмотрим. Оп. Тихо-тихо-тихо. Что у нас тут еще есть интересного? Палка. Палка нам не нужна. Тихо. Так. Коп тут стоит. Здорово! Да-да-да-да-да. Пропусти меня, дружище. Ну, пропусти меня, дай мне посмотреть, что тут есть. Вот так, спасибо. Так. Офигеть. И что делать? Как быть-то? Ой, блин, да ладно, 50 баксов, 50 баксов. Я не представляю, как это добыть. Поппер-поппер. Ну, пойдемте посмотрим, что такое поппер-поппер. Ночью у нас, значит, комендантский час. И здесь нельзя ходить. Так, поппер-поппер, это вот эта вот хренька, да? Ну-ка. Здорово. Да ну что ты, блин? Ну что такое-то происходит-то? Я не понимаю. Я, блин, просто хотел тебе помочь починить будку. Что это у нас тут такое? Да пофигу. Что там происходит? Ну-ка. Ой, тихо. Спокойно, спокойно. Я просто смотрю, что у вас тут происходит. Так, я все врубил. Ай, подожди, 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 подожди. Да ну, стой, в меня еще кидаются каким-то говном. Стопэ, 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 стопэ. Сейчас мы уйдем. Все, ушли. Ушли, нифига замутили такие вообще замесы. Крафт, а где у нас тут? Элит хилинг бам, делаем. И быстренько применяем. Где-то, вот. Давай. Няма-няма. Так, ну и яблочко нам надо съесть. Еды у нас крайне мало остается. Так, значит, туда мы вставили... Туда мы вставили, значит, ячейку. Давайте попробуем прорваться еще разок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот. Ну-ка. Куда мы проходим? Блин, под джем, наверное, надо было заходить, да? Сейчас нас тут будет фигачить. Будет, будет, будет. Ой-ой-ой, сколько вас тут много, сколько вас тут много. Стой, 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 стой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нифига себе. Чё ты лыбишься стоишь? Сволочь стоит, лыбится такой. Типа завалили чувака. Ну ладно, просто интересно было посмотреть, уже пора. Пора. Не, да, ну тут мы не выживем никак. Тут даже вставай, не вставай, вообще бесполезно. Просто интересно было посмотреть, что там такое. Ну, как бы какая-то хрень, не успел даже толком посмотреть. Уехал на выходные. В отпуск там, не знаю, на праздники. Давайте пока на этом закончим. Посмотрели мы с вами квестики. Пока непонятно, как этот долбанный вентиль, блин, получить. Потеряли лопату. Потеряли, короче, канистру. Ой, плохо все. Да, надо найти запасы воды. А что-то у них с водой тут совсем плохо. Так, ну и будем дальше разбираться, где мы пароль найдем. Ух, совсем даже не знаю, где мы его будем искать. Ну да ладно. Обязательно разберемся. Если кто-то что-то знает интересное, пишите мне, куда я еще не заглянул, что надо посмотреть, потому что сейчас все квестики соберем, ну и постепенно будем так потихоньку разбираться. Но с багом мне эта тема не нравится. Почему у меня земля вся пропадает? Ну ладно, вроде бы как бы на геймплей не влияет. Ну через одну дверь мы как насквозь проходили, но там тоже, скорее всего, баг с дверью самой. Сигнализацию мы там отключили, поэтому все по-честному было. На этом все, с вами Happy Few, с вами был Рос на канале Midcore Show. Обязательно ставьте пальцы вверх, лайки, то бишь, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, вступайте в сообщество ВКонтакте, все ссылочки в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.